Добрый вечер, даже не вечер, а зловещие ночи. Сегодня новая рубрика Love to Horror. Рубрика для тех, кто очень любит хорроры. Сегодня я постараюсь доказать, что ютуберы ничего не боятся, и какие-то хорроры их не испугают. Суть этого хоррора проста. Если я испугаюсь, точнее закричу, то я проигрываю вам наказание. Наказание вы должны будете написать в комментарии, и то наказание, которое наберет больше всего лайков, я буду исполнять. Так что постараюсь не испугаться. Ну что, поехали. Думаю, будет страшно. Это Outlast 2. Начинаем. Выберем вот так вот. Мы ничего не боимся. Поехали. Опа, сохранение. Пожалуйста, Блейк. Где ты? Мне страшно. Он идет? Пожалуйста, Блейк, он здесь, пожалуйста, Блейк. Остановите его быстро! Господи, Блейк, ты действительно спал? Я не сплю. Тебе стоило поспать прошлую ночь? Мне нужно было организовывать съемку в той больнице. Ты произносил имя какой-то другой женщины? Что? Когда ты спал? Джессика, кажется. Ты знаешь какую-то Джессику? О, нет, то есть... мне снилась Джессика Грей из моего детства. Ах, да, я не вспоминал о ней уже очень давно. Мы пересекаем границу резервации. Ты сказал, что нужно искать как что-то вроде завода. Да. Ага, можешь попробовать, но тут ничего нету. Тут вообще ничего нет. Меркурий в крови той женщины. Она должна была провести не меньше 10 лет рядом с каким-то большим заводом. Ну, как скажешь. Ты мне за это платишь. Нам нужно записать вступление, когда мы будем на месте. Это важно для монтажа. Конечно. Ох, запишем мы вступление. Не могу регулировать диафрагму, когда на мне эта штука. Звук будет ужасным, нам придется... Оу. Оу, черт. Извините, ребята, левая панель плоховато регулирует. Но все в порядке. Это было круто. Сделай максимально обширный пейзаж. Да, пожалуйста. Хм, красная кожа, желтая кожа, красная кожа, желтая кожа. Та-та-та-та. Не буду это говорить, потому что это бессмысленно. Я Лингерм с новостями для завтрашней точки. Мы пролетаем над резервацией индейцев Хавасупаи. Мы ищем информацию о происхождении... Они слишком быстро говорят. Лучше сказать, что она сама себя задушила. Но так написано о полицейском отчете. Мы можем поставить это перед интервью с доктором, если это попадет на первые 30. Но я не успеваю за ними. Куда вы так летите, ребята? Здесь дай попробовать версию, которую мы сможем использовать в качестве... Две недели назад была найдена молодая, босая, беременная женщина, которая в одиночку брела по пустынному участку в шоссе в сотни километров от ближайшего... Оу! А вот тут... Оу! Мы потеряли двигатель. Блин, блин. Чувак, чувак, держи ее, чувак. Что творится в этой игре? Ладно, начало уже забавляющее. Уже интересно. Они слишком быстро читают, они летят как паровоз. Оу, я в какой-то школе. Да мы вроде в вертолете были, ребят. Ну ладно. Окей. Я иду как школьница. Окей. Думаете этим меня испугать? Да ладно, ребят, ну. Оу, дядь, подожди, дядь. Дядь, пойдем погуляем по крышам Собеса. Дядь, подожди. Музычка такая, настораживающая. Достаточно. Такая. Вряд ли что будет в школе, я думаю, что... Тут ничего такого не будет. Не должно быть. Ну, давай, ну, иди быстрее. Чё так медленно-то? Ну, окей. Дядь, подожди, дядь. У меня есть конфеты, дядь. Оу.
Меня залило кровью. Мы тут не одни. Ребят, у меня звук выкручен практически на максимум. Практически. Я сижу в капельках. Я сижу ночью. Пока ничего удивительного. Надеюсь, что дальше будет веселее. Я даже свет выключил для того, чтобы казалось более эпично. Чтобы мне не долбил тут со всех сторон свет. Коснитесь несколько раз. Давай! Нормально. О, наша любимая камера. Пейзажи, пейзажи надо снимать. Оу, вертолет упавший. Чтобы тут упал вертолет? Блин, это ПВО было или метеорит? Так, задачу можно посмотреть на таб. Посмотрите записи. Окей. А как их... А, все, я понял. Так, играть на клавиши пробел. Приблизить так. Ага, ну да, ты там что-то говорила. Что-то над резервацией пролетали, что-то очень много интересного. Давайте это видео посмотрим, раз она просится. Ой, у тебя что-то тут не так с лицом. Что по лицу? Надо даже я прям на превьюшку это поставлю. Прикольно. Что-то там, да-да-да, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А двигать я камеры не могу, естественно. Вот звук какой-то был, а после звука падения. А, назад. Вот так вот. Задача найти Лин. Так, я понял. Лин — это вот эта девушка. Нам надо ее найти. Оу. Я думаю, даже можно... Сейчас я вот так вот сделаю. Все это пишется в один кадр, ничего не монтируется, ничего не перезаписывается. Вот как я сейчас снял, так я снял один раз. Все, больше нет других для меня дублей. Так что не обижайтесь, если что-то будет не так. В таком формате еще я не видел, чтобы кто-то снимал. По крайней мере, в русском сегменте. Так, вот, все, спрыгнули. Нормально. Можно, я думаю, чуть поддобавить громкости, если только сейчас я вот сделаю так, вот так вот, все. Можно чуть-чуть поддобавить, чтобы еще больше экшена было. Правда, я себя не очень слышу, поэтому тоже могу где-то запинаться, как я сделал это сейчас на примере. Ну и так далее. Так, важные события должны быть сняты на видео. Нажмите правую кнопку мыши, па-па-па, ага, мигает символ рек. Левая кнопка, чтобы снимать. Ага. Ага. Все горит, все плохо. Угу. А, вот для доступа меню камеры. Ну я понял, типа, лоу. Окей. Oh, вот дерьмо. Ребята, is... пацаны. Господи, это... Тел нет, ее здесь нет. Лин! Лин, выходи. Хватит играть в прятки. А есть тут это? Я помню, что в первой части было ночное видение. Но, видимо, тут мне не объяснят, как им пользоваться. Но, видимо, нам, наверное, туда. А вот, ну вот, наконец-таки. Вот это уже годно. Ну да, вот, сюда. Ой, там что-то светится. Оу, это что, людоеды были, что ли? Ха. Блин, это типа как предостережение того, что нам лучше дальше не идти. Ну, это не для нас. Это все херня, это не для нас, поэтому мы берем яйца в кулак и идем туда. Вперед, к свершениям. Сам я, кстати, уж на то говорить, сам я ни разу не играл во вторую часть, не смотрел ни одни видео, поэтому я прохожу ее вместе с вами, прям с нуля, прям со всеми... Ой, а тут можно назад смотреть, прикольно. Со всеми эмоциями, со всем тем, что есть, как бы без лишнего вранья и так далее, и тому подобное. Вот так вот. Опа, американские горочки. Так, город, слава богу, я думаю, мы в многих километрах от цивилизации.
Я бы так не надеялся, друг мой. Я бы вот так не надеялся. Так. Ну, то есть, понимаете, да, если у меня громкость музыки так, что у меня аж сам мой голос перебивается, я себя вообще не слышу, то я думаю, вы понимаете, какой уровень громкости у меня сейчас стоит. Опять же, для полного эффекта, но... Эй, я заблудился и ранен. Откройте дверь! Инкассация! Не открывают? Обычно это работало. Так. Окей. Есть ли кто-нибудь, пожалуйста? Пожалуйста. О, братишка. Да тебе плохо. Я не могу вынести того, что мы сделали, и не могу быть вдалеке от наших малышей, поэтому я решил покончить с жизнью. И надеюсь, ты простишь меня за то, что я оставляю тебя одну. И да, простит меня Господь, это последний грех. Я знаю, что мы должны были принести их в жертву, но моя душа разрывается, и я больше не хочу жить. К счастью, конец близок, и мы сможем снова быть вместе. Если только Господь не обречет меня гореть вечно за этот грех. Пока же я надеюсь, что в руках папы ты нашла утешение, которое нужно каждой женщине. Навеки твой Том. Я понял. Так, они тут кого-то в жертву приносят. Так, братишки, сектанты, давайте вот без вот этого вот. Батареечки есть. Давайте вот сейчас без секты. Я, конечно, понимаю, что это типа, ну ок. Дружище. Дружище, я не готов к тебе. Дай я это, пойду дальше. Я пока что не готов. Прикольный парень. Хотел посмотреть на эту безделушку, а там чувак был. Это ворон? Черный ворон. Тарарара. В эту дверь постучаться нельзя. QE, чтобы заглянуть, удерживайте. Оу, чувак, брат, братан, не только давай вот без вот этого вот говна. Так, у меня, кажется, проблемы. Там чувак зашел назад. Стрёмная музыка. Ну, я понимаю, комары невкусные. Сорян. Сорян. Оу. Дружище, да тебе плохо. Может, ты не будешь стучать, дружище? Мне не нравятся эти крики. Они не к добру обычно. Вот еще одна записка, кстати. Мне не нравятся эти крики, они точно не к добру. Наш дорогой отец, наш возлюбленный бог продолжает благословить мои видения. Я уверен, больше, чем когда бы то не было, что наш враг с каждым днем все ближе. Я отмывала полы в комнате Даниэля, когда в меня вошла благословленная музыка и направила меня на путь, видимо, истинный, где я увидела создание, похожее на горящее солнце, со внутренними рядами зубов. На зубах, свисающими ниже ног, которые я приняла за руки, но которые были членами, готовыми к зачатию. И это чудовищное солнце сошло вниз, трахнуло землю и дало жизнь великому и горбатому ужасу из огня. Я была наполнена тем же страхом, таким сильным, что я не могла дышать и двигаться. И увидела, как много лет назад
ослепляла Даниэля щелочью и попыталась поплакать, но не смогла. И когда я проснулась, то была мокрой от похоти, болезненно желающая ощутить в себе мужчину. Это недотрах, это проблема народа даже сейчас. И это чувство было очень похоже на страх. Я попыталась успокоить себя наставлением. Ужас похож на радость движения Бога. Но мне было больше помогало ощущение твоего мужского начала во мне. И настаивала молитва о том, чтобы анархист задохнулся в моем чреве. Самое верное из твоего стада в священном возжелании, Лиза. Стадо — это проблема. Если тут есть стадо, это проблема. А стадо из людей — это двойная проблема. Так, что тут? Тут ничего. А, вон батарейка. Супер. Окей. Тут хата, а вот что-то еще. Фотография. Это полная задница. Это полнейшая задюля. Это задюля всех задюль. Вот звук был, а к чему звук, я так и не понял. Чтобы открыть меню, нажмите левую кнопку мыши. Я нажимаю левую кнопку мыши. Ну, вряд ли нам сюда. Нам... Так, нам, наверное, сюда все же. Хорошо. Хорошо. Это было неплохо. На некоторых деревьях есть засовы, чтобы можно было их использовать. Не, разблокировать я пока не хочу. Подождите, я еще не разобрался, что тут. Ууу, неплохо, неплохо. Ну, такой. Типа скримак, типа ок, ничего такого я тут не вижу. Вы можете спрятаться под кроватью. Давайте проверим это. И да, надо выключить, чтобы камера не разряжалась. А как спрятаться-то? А? Прям так. Прям типа на Ctrl. Прям типа прикольно. Такого я еще не видел в играх. Что прям типа прям под кровать. Прикольно. Так. Что я хочу сказать? Нам надо двигаться дальше. Сейчас я вот так вот сделаю. Дабы вообще было камельфец, прям вот прям самый насыщенный уровень. А нам точно сюда, кстати? Ну, видимо, да, я пойду сюда. Ну, ладно. Видимо, придется идти туда, выбора нет. Типа влево удерживайте. Я понял, надо проползти. Давайте сейчас подождем, сейчас батарейка эта разрядится, я поменяю, вот, нужно перезагрузить батарейку, и пойдем снова батарейка, уже намного будет лучше. Ну, насчет того момента, там был скримак обычный, ничего сильно удивительного нету. Не страшно. Так, дернуло. А я сейчас оправдывается такой, сидит такой, думает, ок, ладно. О, крестики. Надеюсь, это во благо, что меня потом нормально тут похоронят. Со всеми там почестями, обычаями и тому подобными вещами. Сатанис. Что там бог? Чувак, зачем ты... Сатанас. Лол. Чувак, да ну. Ну хорош. Я вижу еще одну записку. А, подожди, я хочу прочитать. Дитя идет, песнь повитухи. Дитя идет, готовьте нож созданию ночи. И матери за грехи свои несет врага внутри. Славься, Боже, бурю шли, нам неведом страх. Нам неведом страх. Враг родится, чтобы сгинуть в храмовых вратах. В храмовых вратах. Живот растет, растет дитя, посланец темноты, темных сил. У врат мы молимся, и свой готовит нож Иезекииль. Видимо, это какой-то их божок. Оу. Ну, не буду это комментировать. Это лишнее.
О, прикольно. What is it? Братья, что с вами? А, подождите, мне в какую сторону? Видимо, в эту. Так, я немножко запутался сейчас. А, качелька. Карусель, карусель, кто успел, тот и сел. Прокатись на нашей карусели. Это я так себя пытаюсь успокоить, на самом деле. Чтобы ползти, нажмите С. Спасибо, это очень важно, потому что полугрю мы будем ползти. В книге жизни убитого Иси-купителя. Не нравится мне этот звук. Я вижу батарейку, но я там никого не вижу, но слышу голос. Так, батарейка мне точно нужна. В ухо кто привел к неволе, если у каждого было ухо. Подождем. Момент. Поменяли. Идем дальше. Ты что такое, мать? Уйди! Что? Я понял, надо было по стелсу. Ну ладно, это было мощно. У меня так мурашечки немножечко пробежали, такая нормальная херня. Свидетель роняет семена в сумасшедшем городе. Так, ладно. Я понял тебя, я принял. Надо по стелсу пройти. Ты где? Ау! Бабуль, ты где? Бабуль, ты где? Она вот где-то тут. А если я так пройду, она меня не заметит? Бабуль, да ладно, ну хорош тебе. Нормально же обща... О, меня просто ушатали, ладно. Блин, я думал, она меня не заметит. А, нет, вроде с того же места. Ну да. Ну да, вроде с того же. Я думал, может, что изменилось. Да вроде с того же. Да. Так, она стоит там. Она стоит там. Она видит, когда я прохожу на картах вот там вот. Значит, должен быть какой-то... Вот она вот там вот стоит. Должен быть другой обход. Я, блин, с этой камеры нихера не вижу. Вот хрен просышь, где этот обход есть. Сейчас надо будет разобраться. Я же говорю, меня хрен испугаешь. А если лежа? Ну ты меня увидела. Давай. А можно быстрее? Это я уже заново попробую еще. Она находит просто идеальное место, куда надо бить. Она находит идеальное место. Окей, так, будем думать еще больше. Она спалила даже лежа меня. Может проползти к тому дому, лечь и подождать, пока она пройдет?
Или вообще тут ее подождать, типа. А че нет? Она будет идти? Ну, я сейчас выйду, она меня заберет. Просто это инфосотка. Пробегать смысла, я думаю, нету. Потому что она быстро бегает. И я тем более не знаю, куда бежать. Она меня спалила опять. Она бьет в одно и то же место, но она бьет в разными сторонами. Гроб поставил. Я же говорю, мне крестик поставят. Шикарный крестик. Так, понять бы ее, как ее пройти. Так, ладно. Пробуем вариант с тем, чтобы пробежать, наверное. Потому что, ну я что-то хз вообще, я уже... Перепробую там лежать и ждать, окей. А может быть... Стоп. У меня есть мысль. А может быть, тут что-то можно кидать? И я просто кину, она побежит в одно место, а я пойду в другое место? Но мне кажется, это нельзя тут сделать. Тут не перепрыгнешь. Короче, я хз. Чекайте, она сейчас выйдет на меня. Ну, она уже увидела меня. Она, да, она как-то меня слишком быстро палит. Так, попробуем, короче, пробежать, окей. Не получается так, попробуем с бегом. Так, а может тут какая-то фича есть? Или тут какой-то обход какой-то есть? Или можно что-то включить, что-то разжечь, что-то, я не знаю, кинуть? Нет, это нельзя ничего с этим сделать. Ну тогда пробуем пробегать, хер ли еще делать. Тут-то вряд ли обход какой-то есть. Да? Ведь так? Ведь так. Только если по крыше. По крыше, я думаю, что нельзя. А вот это что такое? Стоп. Не просто костер. Чё, пробуем? Поехали. Я застрял. Ну и чё? Ну она сразу меня забрала. Вот это, блин, вопрос. Сейчас посмотрю в настройках, может быть, реально можно что-то кидать. Я не знаю, реально первый раз в этой игре, и я хз. Пригнуться, бежать, левый shift, включить камеру, понятно. Ночное видение, понятно. Оглянуться, примерно понял. Наложить, заменить батарею, отдалить изображение, приблизить изображение, переключить микрофон. Прыгнуть, инвентарь, тап. Ну окей, инвентарь, что у нас? Можно бинты сюзать, но захера мне бинты? Короче, типа я хз. А, блин, я думаю, я что-то в другом месте, не, все в том же. У меня возникает огромнейший вопрос. Как мне с ней сейчас справиться?
И вот что, ну хорошо, я хотел ее снять, может я ее так увижу. Я знаю, где она точно стоит, точно знаю. Ну тут что-то горит, блин. Собака, а? В костре. Жопой на костер присел. Нормально. Короче, я не знаю. Она мне никаких вариантов не дает. Пробежать? Не пробегу. Хотя. Хотя. Да не, не пробегу, но я попробую. Просто сразу. Без каких-либо разборов. А может быть она по кругу ходит? Там. У себя. И я типа сейчас могу в дом сбоку пройти? Так, а вот это интересный вопрос. Я даже уже не буду батарейку брать, чтобы быстрее уже. Да ну тебя в жопу, блин. Дядь, ты задолбал. Какой-то ты беспомощный. Хорошо, лежа проползти от того угла в боковую часть дома. Может быть так? Потому что я хрен его знает уже. У меня вариантов мало остается. Да ладно, ну хорош! Я вот сейчас ровным счетом лежал, за стеной лежал. И она меня как-то услышала, либо увидела. Короче, вообще хрен его знает. Так, ладно. Я уже к ней вообще привык. Никаких мурашек, ничего такого даже в помине нет. О, сортир. Мадам, не хотите в сортир? Я вас провожу. А, я вижу. Однако... Однако у меня появился вариант. Я не знаю, насколько он рабочий, но у меня появился вариант. Сейчас попробуем сделать. Я не думаю, я не знаю, делал так кто-то или не делал, или вообще это тупорылая идея и так нереально сделать. Но я сейчас попробую. Я беру батарейку. Как там? На... А, вроде, да? Но я бегу все равно в ту сторону. То есть я только назад смотрю. Иди сюда. Иди сюда, поговорим. Иди сюда. Да, она меня все равно догнала. Без камеры это сделать нельзя, как я понимаю, с камеры он не хочет бегать вообще. Типа, я хотел оббежать ее, пустить за собой, оббежать по кругу и бежать куда-нибудь туда. Но, видимо, это не сделать. Ну, она прям на меня выходит. То есть я хз, блин. Давай сейчас я проверю, сейчас с камеры он бегает. Ну да, бегает, бегает. Хорошо. Тогда пробуем с камеры это повторить. Иди сюда, поговорить надо.
Да хорош! Я тебя только в круг запустил. Умное создание, блин. Ладно, дорогие друзья, на этом мы сегодня закончим, потому что, ну, пытаться сейчас что-то долго пройти, это будет слишком муторно, слишком долго, слишком не камельфец. Я предлагаю вам ответить на мой вопрос. В каком моменте вы испугались? Второй вопрос. Что мне сделать с этой мадам? Потому что я уже не знаю. У меня уже все варианты перепробованы, она все равно через стены меня находит. К тому же подписывайтесь, ставьте колокольчик для того, чтобы видеть все новые видео, которые будут выходить по этому выпуску. Если вам понравился данный вообще проект, данная идея, данная рубрика, ставьте на нее лайки. Всем спасибо, всем пока.